Приветствую вас, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о вот таком вот черном круге. Ну, это я, конечно, шучу. Мы сегодня с вами будем говорить о вот такой вот пене. Неважно, конечно, какой марки она будет. Пусть это Арку или Джилет, или там еще что-то. Вот. И поговорим мы конкретно о том, то, что как нам добыть гель, вот, чтобы побриться, если вдруг у нас нету денег. Вот, или негде купить. Ну, сейчас у нас, все знаете, кризис. Вот, и вот, как же все-таки попытаться добыть пену. Фишка в чем? Я не хочу там конкретно быть каким-то жматом. Вот, у меня такое ощущение просто, то что давление в баллоне уже кончилось. Вот оно так чуть-чуть лезет. Вот, ну, уже какая-то там не пена, а остатки. Вот, но давление уже совсем никакое, поэтому я хочу сейчас вскрыть баллон и посмотреть, что там внутри. Вот, для этого мы будем использовать вот такую вот открывашку обычную. Вот, и будем набирать остатки вот в такой вот шприц, и уже из шприца потом будем бриться. И вот, насмотрелся я, кстати, недавно видосов, как точить бритвы, там Джилет, да, Мак, там Турбо. Вот, в следующем видео буду реально пробовать, как они там реально точатся об джинсы или не точатся. Вот, и тоже выложу. Как бы идея не моя, но стало просто интересно. У меня накопилось куча всяких этих лезвий. Вот, и у жены тоже, по-моему, около 6 лезвий таких уже подзатупленных. Ну, давайте начнем вскрывать. Так, давайте, наверное, для начала убедимся. Ага, вот здесь вот можно резать, получается. Вот тут вот, все, давление у нас вышло, там его практически уже не оставалось. Вот, и давайте вскроем и посмотрим, что же у нас по остаткам баллоне. А вот, кто ни разу не вскрывал, я тоже первый раз вскрываю. Обратите внимание, там находится какой-то типа баллон. Сейчас я ножницами попробую дорезать ровненько. Вот, обратите внимание, смотрите, получается, ага, вот такой баллон, да, мешочек в нем получается вот настолько вот меньше. Ну вот, будем знать. Вот, и получается внутри, под вот этой пластмасской, вот такой мешочек. Я уже ощущаю то, что тут мне еще бриться на месяц как минимум. Вот, давайте сделаем как с майонезом. Аналогии, да, там как кетчуп мы выжимаем остатки. Вот, обратите внимание, вот это вот все еще, вот это вот все, это еще гель. Тут реально мне даже, наверное, и шприца этого не хватит, чтобы все это выжать обратно. Так, ну вот тут у нас трубочка отсоединилась уже. Так, как бы нам этот мешочек аккуратно снять? Сейчас я попробую разобраться, пока поставлю видео на паузу. Короче, не буду я заморачиваться, просто я вот так вот отрежу эту верхушку. Вот, и давайте посмотрим, сейчас я вскрою. Вон там на дне еще целая куча получается геля. Вот, видите, вот, и он реально, это все гель. Вот, сейчас я попробую это выдавить в шприц. Вот, и ну, просто сейчас я, наверное, поставлю паузу и покажу уже финальный результат.
Итак, давайте посмотрим, что у нас там еще внутри. Сейчас я отрежу лишнее еще раз. Где-то наверное вот до этого уровня, даже наверное еще вот это нам уже не нужно. Вот и давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас вот такая вот типа палка. Ой, улетела, ну ничего страшного. Вот и смотрите, сколько здесь еще геля, которым можно пользоваться. Вот сейчас мы вскроем шприц и будем с этой баночки его аккуратненько туда перекладывать. Реально, мне здесь бриться еще и бриться. Ну, короче, вот как-то так. Сейчас я запихаю все это вовнутрь, вот, и посмотрим финальный результат, что у нас получится. Единственное, только у меня такое ощущение, то, что она просто при контакте с воздухом начинает вспениваться. Сейчас я шприц этот закрою. Вот, заткну дырку и посмотрим, как она себя поведет без воздуха. Вот, ну, в принципе, вот видите, вы можете выдавливать из шприца и пользоваться уже пеной, как и всегда. Вот. Ну а сейчас пока поставлю на паузу и подождем, когда пена осядет. В итоге вот что у нас получается. Сейчас я с этой баночки все-таки переложу всю пену в крышку. Вот, пускай она тут сходит. Сейчас пена сойдет там в течение какого-то времени. Вот, и я потом переложу это по другим шприцам. У меня они уже заготовлены. Вот, и потом посмотрим, как это получится. Вот здесь по-хорошему, я еще раз говорю, мне, ну, не месяц, но недели две еще можно будет бриться, причем не жалея так накладывать. Первый раз вскрываю такой баллон, стало интересно. Вот, теперь подождем, пока сядет вот эта вот вся образовавшаяся пенка. Вот, и потом разложим это по емкостям, по шприцам или куда это будет. Вот, сейчас закрою колпачком и потом посмотрим результат, как оно будет выглядеть, когда сядет. Ну, пока ставлю.